разнолюди, что ругают Вову Путина. Это кто не знает ни хрена. Сколько сделал Путин для России, не забудем. Он сильнейший в мире президент. И есть еще Сергей Лавров, и есть еще Сергей Шойгу. Тоже крепко держат оборону внешних дел. Давай за Путина поднимем мы бокалы. За то, что у России Путин президент. А сколько он летает и на чем летает, пусть будет важный и большой секрет. Давайте пожелаем крепкого здоровья Володе Путину от каждой стороны. Пока ругает кто-то на диване президента, у нас растет могущество страны. По Первому каналу в Новый год увидим снова Владимира в костюме у Кремля. И согласитесь, ждем, волнуемся немного, когда вещает главный у руля. Сколько знает Путин, думать мы не будем. Знать не надо, лучше будем спать. Но если нам судьбой и Богом дан Владимир Путин, то надо президента уважать. Давай за Путина поднимем мы бокалы. За то, что у России Путин президент. А сколько он летает и на чем летает, пусть будет важный и большой секрет. Давайте пожелаем крепкого здоровья Володе Путину от каждой стороны. Пока ругает кто-то на диване президента, у нас растет могущество страны.